Сегодня мы видим, что в ночь с 31 декабря на 1 января люди обычно выпивают и занимаются всякими непристойными вещами. Ценности Иисуса, мир ему и единобожие утеряны. Это уже другая религия. Что же значит Новый год для мусульман? Да ничего. Он не имеет никакого значения в исламе, ни в каком виде и форме. Наш любимый пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, передал нам наши праздники. Он дал нам Идуль-Фитр, Ураза-Байрам, который идет сразу после благословенного Рамадана. Он дал нам Идуль-Адха, Курбан-Байрам, который идет сразу после хаджа. У нас также есть каждая пятница, это день Джума, пятничные молитвы и проповеди. Это тоже праздник для верующих. Братья и сестры, как же мы должны относиться к Новому году? Если коротко, сторониться этого. Здесь нечего праздновать. Не ходите туда, где в этот вечер празднуют. Сторонитесь сборищ, которые неприятны Аллаху Субхану ва Тааля, где все перемешано, алкоголь и тому подобные вещи. Сторонитесь этого. Мои братья и сестры, если у этой ночи и может быть хоть какое-то значение, то я сказал бы вам и себе, что новогодняя ночь должна стать ночью раздумий, чтобы взглянуть на свою жизнь и сказать: «Вот и прошел целый год. Что же я сделал? Чего достиг? Куда я иду? Мы все стали на один год ближе к смерти. Чего же я достиг? Я на целый год приблизился к могиле. Чего же я добился? Минул целый год. Что полезного я сделал для своей уммы? Вот какой смысл я бы дал этой ночи, если бы она имела хоть какое-то значение. Она должна быть ночью раздумий. Эта ночь должна быть ночью покаяния. Этой ночью мы должны испрашивать у Аллаха прощения за ошибки, совершенные в минувшем году. Братья и сестры, в идее такого подхода к Новому году определенно есть смысл. Здесь есть четкая связь с исламом. Умар, да будет доволен им Аллах, говорил, очень известное высказывание: «Суди себя сам до того, как будешь судим. Анализируй себя сам, пока не будешь подвергнут анализу. Сам проверяй себя, пока Аллах субхану тааля не проверил». Братья и сестры, каждый должен посмотреть на себя и задать вопросы. Прошел целый год. Что я сделал? Куда я иду? Что нового я собираюсь сделать в новом году? Как удостовериться в том, что этот год не будет похож на прошедший? Если в минувшем году у меня не было бороды, или я не носила хиджаб, если в моей жизни не было Курана, не было намаза и так далее, тогда я обещаю Аллаху субхану тааля, что воплощу это в мою жизнь. Братья и сестры, если вы собирались праздновать Новый год, я настоятельно рекомендую вам не делать этого. Но если вы чувствуете, что должны сделать что-то, тогда превратите эту ночь в ночь поклонения, ночь ваших обещаний Аллаху субхану тааля и ночь, когда вы делаете дуа за умму. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллах.